Привет, малыш. Привет. Ты как, пап? Голос уставший. Да, денек был еще тот. Слушай, плохие новости. На День Благодарения я не приеду. Да, я и не ждала. Парад в Нью-Йорке все равно ведь отменили. И правильно сделали. Один парень решил не ждать черного списка и открыл пальбу на 5-й авеню. Погибших нет, но... Боюсь, он не последний. Увы, опасаюсь. Ты прав, пап. Будь осторожна. Знаю, знаю. А то ты меня убьешь. Люблю тебя. И я тебя. Чарли возится с новыми побрякушками. Грим, что выяснили по документам из Лондона? Химоружие разработали в университете Хусейна. Университет под управлением Стражей Революции? Верно. Связь с черным списком слабая, но это не мешает людям Колдуэлл держать иранцев под наблюдением. Народ настраивают на охоту. Массово. Новая атака будет на них, им нужно куда-то слить гнев. Значит, война. Если не найдем опровержения. Будь на связи. Я тебе доложу, когда будет краткая сводка. Эй. Брикс. Не будем разводить, ладно? На этом все. Увидимся. Кобин. Хреново выглядишь, Фишер. Обычное дело. Слушай, ты давно уже в строю. Никогда не думал все бросить? Не, слишком много таких, как ты, ползает вокруг. Ну все, я больше не буду притворяться заботливым. На этом все. Ладно. Сказал бы, что буду скучать, но это не так. Эй, Сэм. Чарли. Эй, как дела? Будет лучше, когда люди перестанут спрашивать, как у меня дела. Ага, ну конечно. Ведь это я надышался нервным газом и чуть не сдох там. А так, все в полном порядке. Я в норме, Чарли. Не волнуйся. А что, я волнуюсь?
На этом все. Класс. Кстати, маяк на химоружии исправно работает. Я слежу за ним. Спецслужбы обвили вокруг пальца, и мы знать не знали об огромном действующем заводе по производству химоружия прямо в Лондоне. Поймите, господин министр, Садик ведь работал в МИ-6. Мы думали, что навели порядок после его дезертирства. И что значит «навели порядок»? Мы проверили всех, с кем он работал. 6 уволили. Еще 4 были под наблюдением, 1 потом уволили. Приняли меры электронной защиты. Его допуски, естественно, аннулировали. Также... Но ему все равно удалось ввести в центр города компоненты иранского химоружия и отравить 500 000 человек. 200 000, сэр. Неважно. Начните глобальную проверку всех и вся. Причем приступайте немедленно. Все ясно. Здесь, в пригороде Лос-Анджелеса, второй день не утихают вспышки насилия против иранских иммигрантов и их бизнеса. Появление данных о связи Ирана с терактами черного списка подтолкнуло возмущенных граждан к самоуправству. Они грабят и жгут магазины, нападают на прохожих, в ходе стихийных демонстраций сжигают флаги Ирана. Такие настроения царят не только здесь, митинги проводят и в других городах, но о вспышках насилия не сообщается. Господин посол, еще раз повторяю. Наше правительство никак не связано с инженерами. Простите, не пойму, что вы от меня хотите? Я знаю, что по четвергам вы играете в сквош с помощником посла США. Он вас уважает. Какой бы ни была президент Америки, она не глупа и должна понять природу наших действий. Поменьше пышных фраз. Договорились? Наши избиратели должны быть уверены, что у нас все под контролем. Мы же не хотим, чтобы народ восстал. Да, нам не доверяют. Но зачем нам лезть под бомбы? Мы не любим Америку, но не настолько же. Это безумие. Так и передайте американцам. Я постараюсь. Иран не хочет нас пускать! Нам насрать! Хватит! Вышибем им двери нахрен! Ложь! Американцы опять всюду ищут террористов, чтобы... Что мы сейчас сделали? Нашли документы. Но не доказали, что Иран замешан. Похоже, эти мелочи их не волнуют. Неважно, Конгресс жаждет крови. Иран их единственный кандидат. Колдуэлл объявит войну, если не предложим иной выход. Которого у нас нет? Да. Но есть это. Бывшее посольство США в Иране? Там сейчас штаб Кудс. Рисковая операция для Колдуэлл. Идея моя. Не ее. И что? Мы даже ничего не доложим ей? Президенту Соединенных Штатов, что мы летим в Иран? Таков план? Рискованно, Грим. Даже для нас. Только так мы остановим войну. Да, или начнем. Летим в Тегеран. Действуем быстро. Даже наше правительство не должно знать, что мы там. Меня сейчас тошнит. Соберись. Мы можем поднять дрон, не рискуя шкурой. Инженеры больше до него не доберутся. Я встроил систему идентификации и аварийное выключение. Да, достаточно, Чарли. Что делать Бриксу? Ничего. Ты пойдешь один? Как мы войдем? Покажи. Никак. С кем? Лови все на твой обсад. Одно из самых защищенных зданий в мире. Нам не войти. Войти не самое сложное. У них серверы изолированы. Надо извлечь все вручную? Отправляю все ТТХ на твой компьютер. Но мы же не можем... Мы все можем, Чарли.
Дезорганизация – лучший способ выбраться из штаба КУЦ. Эми захватит их врасплох, а трикоптер поможет избежать засады. برو عجله کن چه تو احمق он лег поспать рад знакомству генерал тратишь время американец а если я готов открыть огонь по твоей жене и ребенку это ведь они сейчас вернулись с рынка правда похоже на ужин будет горме сабзи подонок Вдохни поглубже и подумай. Я должен проникнуть в штаб КУЦ. Мне нужны ответы. Я никак не связан с черным списком. Слов мало, чтобы предотвратить войну. Проведи меня туда. Вставь это в ухо. Пострадает, договору конец. Я никому не причиню вреда. Двигай. Сэм, похоже, твой блеф сработал. Выдвигаемся? Да. Это ты мне или американским нянькам? Это чтобы ты знал, что я не один. Как мило. Сэм, когда будешь внутри, доберись до серверов и подключи к ним мою флешку. Она вытащит из них все по черному списку. Понял. Через охрану пройти будет непросто. Легче пробираться над их головами, Сэм. Давненько американцы не отваживались забираться сюда. Хороший ремонт сделали. Да, мы тут кое-что изменили с 79-го. Я отвлеку охрану у входа. Готовься. Сарбоз. Чедра. Имшеб инжо узо аруме? Але бурмо. قبلن با موضوع ما رو برو شد؟ نه جنرال، تصور نمی کنم که پیام بعد احمق باشی که بخواد وارد اینجا بشی خودسری رو رو کنار بذارید وقتی آمریکایی‌ها می ترسن معلوم نیست بخواد چی کار کنن بله جنرال، البته حق با شما سخت نگی، ولی باید از تاریخ درس بگیری و واسه موفقیت تلاش کنی درست جنرال، متشکرم، خیلی متشکرم اگه میخوای از من تشکر کنی، تلاش کن که سرباز خوبی باشی تشکر زبانی لازم نیست بله قربان شب خوبی داشته باشی متشکرم قربان Там гараж. Тебе надо туда. Я отвлеку охрану. С камерами разбирайся сам. Иди в гараж. Я буду ждать тебя там внизу. امشب کسی از اینجا رد شده، سرباز. ببینم جنرال. گزارشی از ماشینایی که به این گاراژ وارد و از اون خارج میشن میخوام. اول صبح باید رو میز Все, генерал, я в гараже. Жди меня на нижнем этаже. Что-то не так, Сэм. Последние слова в комнате охраны генерал произнес в необычной манере. Это мог быть пароль. SMI дает вероятность 37%. Смотри в оба. Пока не закончу работу.
Какая любезность. Стой, ни шагу дальше. بفرمایید. جنرال قربان شما فرمودید که اینجا بیام. باید با سرهنگ ملوف صحبت کنید. از اون بخواید تا یه نسخه از آخرین گزارش رو به شما بده و اون رو روی میز من بذاره. و اگه اونجا نبود جنرال؟ چشم، به من اعتماد کنید. برو. За мной быстро. Здесь повсюду датчики системы наблюдения, а мой радиочип их глушит лишь на время. Зачем идти там, где столько датчиков? Затем, что у нас нет выбора, иначе туда не пройти. Куда туда? К камерам, где сидят такие, как ты, любители лезть в наши дела. Я пытаюсь остановить эту войну. Правда? Это с беспилотником-то в иранском небе? Иногда некогда вести переговоры. Слова хорошего солдата. Пришли. Будь рядом. В чем дело? В том, что лучше моим близким умереть, чем жить жалкими предателями. Не путайте храбрость с глупостью, генерал. Американцы, не вы одни цените храбрость. А вы, должно быть, уборщики? Лезете сюда, трясете оружием, угрожаете невинным, а с черным списком вы в тупике, так? Я покажу, как поступать с террористами. Грим, давай. Спасибо, Грим. Это все Чарли. Он снял защиту Куса и отключил питание. Как раз доберешься до серверов, пока не включился резервный генератор. Так, вижу лифт, но он намертво заблокирован. Без чипа тебе не пробраться. Он есть у охраны. Свет снова включен. Лестницы перекрывают. Я не могу.
ولی اگر این آژیر اشتباه باشه؟ این آژیر اشتباه نیست قربان، شما باید برید حالا. Иду к хранилищу. Что у вас? Слежу за эфиром. Они вызвали спецназ, который прочешет все здание, этаж за этажом. Ясно. Что там с твоей дешифровкой, Чарли? На флешке, которую я дал, алгоритм поиска. Он вытянет все на садик или черный список. Подключи. Дальше все должно быть в ажуре. Должно? Нет, будет. Сэм, ты почти рядом с хранилищем. У тебя пара вариантов. Тихий, через систему охлаждения под бункером. Громкий, через терминал сзади комнаты со взломом двери бункера. Понял. سرباز نیستن، تحلیلگرن یا همچین چیزی. اونا باعث ننگه اینفورمن. اونا باید برای جنگ آماده باشن. به نظرم اگه این کارو نکنن بهتر باشه. اعتراف میکنم که احساس تو رو دارم. من اون رو لعنت نمیکنم. Перекрой подачу газа, Сэм. Панель управления где-то рядом.
ادامه بدی؟ درسته، اونا میخوان این کارو بکنن، فقط زمانش معلوم نیست. میشه دیگه قدم نزنی؟ داری عصبی میکنی. وضعیت با هرم از работает. Ништяк. Жди, пока скачается. Двери хранилища открыты. Продолжаем поиски. Какого хрена встали? Ищем. Тут какой-то шум. Лучше займись поиском. Данные на флешке. Хватай ее и сваливай.
флешка у меня. Сэм, Куц блокирует коридор. Единственный выход — через окно по канату. Грим, по чертежам понятно, что там? Боюсь, нет, Сэм. На изымай пусто. Все марш на поиски! Живо! چی بود؟ Живо, на поиски! Я уже в холле. Направляюсь к выходу. Сэм на пути к точке эвакуации через сады, ворота. Ты рядом с комнатой мониторинга. Подключись к терминалу, и мы откроем ворота.
Дай-ка я гляну, найдется ли там доступ. О, круто! Сейчас, Сэм, еще минутка, и я открою тебе выход. Грим, где меня заберут? Подбираю место. Черт. В чем дело? Новые подкрепления на подходе. Чарли, давай быстрее. Я стараюсь. Есть новости об иранских солдатах? Как ни странно, эфир чист. Они притихли. Чтобы избежать лишнего шума. Но надо уходить, Сэм. Это все равно иранский спецназ, а времени у тебя нет. Кстати, про время. Путь свободен, Сэм. Ворота открыты. Бегу. А вы там придумайте, как мне выбраться отсюда. Идет подкрепление, Сэм. Где меня заберут? Брикс уже выехал. Брикс? Давай поругаемся, когда он вытащит тебя оттуда. Встречай его в дальнем конце сада. На пути к фургону противник, Сэм. Похоже, на всех бойцах крепкая броня. Спасибо, Грим. Нашел что-нибудь? Он идет вниз. Хоть мы зарам, ничто не нашел. Жми! Судя по беспилотнику, к тебе едет с десяток машин. К вам приближается еще волна противника. Можно их обойти. Нет, только напрямик. В смысле? Я опускаю дрон. Радары засекут. Это меньше из проблем. Ракеты готовы. Отставить! Их отследят до США! Грим! Беспилотник готов! Грим, надеюсь, ты знаешь, что делаешь? Минус машина. Их машина подбита. Враг уничтожен. Еще один готов. Их машина подбита. Враг уничтожен. Абзац, кажись, нас засекли. Я, конечно, в форте не очень, но иранские солдаты явно оживились. Того и гляди, они развернут и ПВО. Враг уничтожен.
машина. Машины обезврежены. Путь свободен. Увидимся на борту. Мы стали богаче. Понимаю, что атака беспилотника... Не было никакой атаки, просто досадный сбой техники. Конечно. Я положилась на вас. Я думала, что могу доверять вам в этой операции. Да, госпожа президент. Вы меня подвели. Да ладно. Знала же, что хвалить не станут. На моем месте ты поступил бы так же. Чуть не начал войну ради тебя? Я сделала это для успеха операции. Не только президент умеет хорошо выкручиваться. Добытые данные доказывают непричастность Ирана. Я говорю не об этом. Я знаю, о чем ты. Я приняла неправильное решение, как Брикс в Лондоне, да? Только выбор не всегда бывает правильный или нет, Сэм. Он не должен быть личным. Правда? Так подавай пример. Мы оба знаем, что ты бы рискнул всем, чтобы спасти жизнь Вика. Вик тут вообще ни при чем. Если бы не он, тебя бы здесь не было. Признай, что ты ценишь превыше работы. Команду. Грим. Спасибо. Знаешь, поговори с Бриксом. Без него мы не справимся. Эй, народ, тот маяк, на химоружии. Оно уже почти в США.